Не двигаться, полиция! Ну что? Он мертв. Мертв? Возьми-ка ты отпуск. Принудительного отдыха не надо. Тебе нужно привыкнуть к мысли, что ты убила человека. Эй, напарница. Спасибо. Я так устала быть одна. Жизнь кажется такой бессмысленной. Мне так плохо. Так пусто. Вы снова сошлись с Дэвидом? На время. Эй, Дэвид, ты кого тут от нас прячешь? Я Адонис. Я не просто красавчик. Я из крутых. Я распространитель, детка. Говорил же, что играю по-крупному. Это вещи. Идет бойкая торговля наркотиками. Дилер один? Да, его имя Адонис. Он один из старых друзей Дэвида. Считает себя крутым. Дэвид замешан? Не знаю. Скажите, офицер Джордан, если бы вы отступили, подозреваемый бы скрылся? Если бы вы отступили, он был бы сейчас жив? Не слушайте их. Их там не было, а мы были. Было одно только решение, и ты его приняла. Адониса возьмут и без тебя. Ты лицо, причастное к делу. Я хочу довести это дело до конца. Хорошо. Не надо. Ты не выстрелишь. Еще как выстрелю. Ну давай, стреляй. Я выстрелю. Не подходи. Стреляй!